Здравствуйте, друзья! Меня зовут Артик, и я рассказываю о том, как быстро, легко и правильно ремонтировать автомобили. Я сделал несколько видео, посвященных замене фильтров салона на разных автомобилях. Сами по себе видео довольно короткие, так как процедура простая. И я не вижу смысла выкладывать одно видео в неделю, как я это обычно делаю. Вместо этого я начинаю неделю ежедневных выпусков о этой операции, о этой процедуре. И начинаем мы сегодня с нашего первого автомобиля, первого пациента. Это Opel Astra G. Как всегда, все детально, подробно, пошагово описано и показано. Все моменты, нюансы освещены в данном видеоролике. Если он вам понравится, будет чем-то полезен, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Поехали! На данном автомобиле фильтр салона установлен за бардачком. В принципе, как и на подавляющем большинстве современных автомобилей. Естественно, для замены фильтра нам необходимо демонтировать бардачок, открутить 4 точки крепления и снять его. Предварительно необходимо снять нижнюю пластиковую защитку под бардачком. Для этого мы откручиваем вот этот центральный болт крепления. И здесь у нас два стопорных механизма с язычками. То есть мы нажимаем внутрь, нажимаем и потом снимаем. То же самое с противоположной стороны. Будем нажимать и снимать. Демонтируем нижнюю защитку. Теперь нам необходимо снять боковую защитку, потому что под ней находится одно из креплений бардачка. Она просто выщелкивается в сторону от панели. Предварительно, естественно, достанем уплотнительную резинку. Боковую накладочку сняли. И теперь нам осталось, собственно, открутить 4 точки крепления бардачка. Два болтика сверху и два снизу. Раз и с этой стороны последний. Откручиваем 4 болтика и достаем бардачок. Отсоединяем штекер с лампочки. И бардачок уводим в сторону. Бардачок сняли. И вот, собственно, у нас видна крышка, которая закрывает фильтр в корпусе. Собственно, отщелкиваем с двух сторон крепление и наклоняем крышку на себя. Достаем фильтр. Поможем чуть-чуть отверточкой. Так. Наш фильтр. Сейчас посмотрим его состояние, сравним с новым и перейдем к установке. Посмотрим состояние фильтра. Он не очень грязный, но видно, что уже забит. Ну вот, примерно то, что сейчас в нем. Естественно, его в любом случае менять, потому что не забываем, что фильтр салона меняется раз в 15 тысяч или раз в год, что раньше наступит. Что у нас по новому фильтру? Новый фильтр у нас фирмы Bosch. Видно, по размеру все точно такое же. Указано, опять же, направление установки, движение воздуха. То есть в таком положении, чтобы сверху вниз мы будем устанавливать, чтобы стрелочки шли сверху вниз. Так видно, фильтр точно такой же. Устанавливаем фильтр, собираем все всегда в обратной последовательности.
слишком забираем за собой осколки жизни. Почему так кто-то плачет, кто-то веселится, мысли перепутаны и для чувств нет уже и места. Так нечестно, все галактики несчастья распросяло по вселенной. И за днем